Не театральный звонок, а молодежный флешмоб сообщил о том, что стартует 20-й молодежный театральный фестиваль «Русская классика». Продолжение темы в репортаже Елены Козловой. Их в лоб не ждали, и они пришли. Сначала весна, а затем и русская классика. Одна такая солнечная, веселая, открытая, другая, наоборот, волнующая, непредсказуемая и загадочная. Между тем, вот уже 20 лет они дружат и в Лобню всегда приходят вместе, собирая вокруг себя толпы поклонников от мала до велика. Театр — это мысли, свободный полет. В театре фантазия вечно цветет. В театре секрет, плавится лед, и чудо рождается здесь круглый год. Мы любим театр, театр наше все. Все идем в театр, в театре мы вас ждем. В театре искусство едино сплит, в театре отражается вся наша жизнь. Театру респект, театру всегда, пусть едет театру ярко звезда. Мы любим театр, театр наше все. Звучали, буфет закрыт, зритель сказку к нам спешит. Шлейф, Онегин, Чайка, Гроза, русская классика с нами всегда. Театр любите? Конечно. Театр раньше любите? Ходили, а сейчас уже старые стали, наверное, уже ленивые, наверное, стали. А что больше любите, классику или современность? Классику. Мне кажется, это, наверное, самое правдивое во все времена. В любом веке классические произведения и актуальны в любое время. Классический театр, он всегда будет в моде, но в него нужно вносить новые изюминки. Все-таки оригинальный подход к классике по-другому и интересно становится. Как выбираете, по автору, по названию или то, что вообще не знакомо? Ну, вы знаете, больше по времени выбираю. Я говорю, когда, что, когда идет. Так. 1 мая в час дня будет спектакль «Американцы». Приходить будет очень интересно и весело. То есть наши дети станут американцами? Нет, это мальчики как собираются в Америку. А ты участвуешь? Да, вот я. Угу. Ты тоже американка? Меня пытаются уговорить, но я отказываюсь. Почему? В Америке хорошо. Что-то меня смущает. Что конкретно, можно будет узнать уже в ближайшие выходные. Детский блок 20-го международного театрального фестиваля будет идти до 4 мая. Фестиваль проходит в театре «Камерная сцена». Вход на все спектакли свободный. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».